Инспектор управления специальной и мобилизационной подготовки областного департамента полиции Марлен Баранбаев на службе обучает оперативников, следователей и криминалистов приемам рукопашного боя и посвящает себя тренировкам в детской секции. Управление специальной и мобилизационной подготовки областного департамента полиции курирует работу по совершенствованию профессиональной подготовки среди личного состава полиции области. Огневая, строевая, физподготовка. Сотрудникам полиции все эти дисциплины помогают укреплять опытные офицеры. Вот уже полтора года в рядах сотрудников данного подразделения служит старший лейтенант полиции Марлен Баранбаев. Грамотный и дисциплинированный специалист своего дела. К тому же кандидат в мастера спорта по кикбоксингу. У коллег пользуется уважением. Баранбаев Марлен Жанович работает в управлении специальной мобилизационной подготовки, проводит занятия по физическим и боевым приемам борьбы сотрудниками полиции. Он сам с детства увлекался спортом, именно кикбоксингом, является кандидатом мастера спорта по кикбоксингу. Также свободно от рабочего времени тренирует детей по ММА «Панкратион». На данный момент готовит детей на международные соревнования, которые будут проходить в городе Костанай. В течение дня Марлен Баранбаев обучает оперативников приемам рукопашного боя, а в свободное время трудится тренером детской секции смешанных единоборств. Этому помогает и опыт, и закалка. По первому образованию Марлен – преподаватель физической культуры и спорта. Срочную воинскую службу проходил в рядах морской пехоты. В свободное время от работы я являюсь тренером спортивной федерации «Сунхар». В данной федерации занимаются дети разных возрастов. Являюсь тренером высшей категории. Детей тренирую от 6 лет и старше. В нашей федерации есть дети с разных слоев населения. С малоимущих до многодетных, дети сотрудников. То есть в тренировочном процессе участвуют практически все. Тренировки проводятся на бесплатной основе по проекту «ЖАЗ Динамо». В детях закаляю характер, выносливость, трудолюбие, чтобы они свои навыки не использовали вне спортзала. Довожу на постоянной основе, чтобы в свое свободное время они были заняты своим любимым делом. По словам начальника управления специальной и мобилизационной подготовки майора полиции Урала Хамзина, к современным полицейским предъявляются максимально высокие требования. Офицеры, сержанты, рядовые должны не только в совершенстве знать законы, этический кодекс госслужащих, но также иметь и постоянно поддерживать свою физподготовку, уверенно обращаться с оружием и спецсредствами, а также уметь эффективно действовать в кризисных ситуациях. Тамерлан Тлеубаев при содействии пресс-службы областного департамента полиции.